Хотели видео про коз? Показываю. Козья особь женского пола имеет два уха, нос, рога имеет или не имеет. Имеет ухи, два уха, четыре ноги и хвост. Имеет вымя или не имеет вымени в некоторый период времени. Бегает в палисадник и жрет вашу тую. В данном случае мою. Иногда может приносить козлят. Породы бывают разные. Как назовете, такая порода и будет. Окрасы имеют разные. От черной и до белой. И разноцветные. Породность имеют разную. Какую захотите, такую породность и будет иметь ваша коза. Сколько процентов захотите раздать, столько и будет процентов. Вот, в принципе, и все, что нужно знать о козах. Какие будут еще вопросы, задавайте в комментариях. Надеюсь, этот ролик был полезен для вас.